самолет. Как бы смерть не записала, да. Да, надо все вместе появиться тогда, потом вот. Никто там... Все сразу и появляются сейчас. Ну, я вот уже выруливаю сейчас. Блядь, а я хочу появляться, допустим. Вот пока не появляйся, одну секунду. Да ебись, я сказал только. Опа, это что за прикол? Я себе меня поставила, блядь. Тебя тоже поставила, ну? Ну. Ну, я освободил. И что делать? Куда поставила? Курить. Да, блядь, перед брусфером и не развернуться. Выйди, да по новой зайди, смерти же не было. Да. Сейчас выйдем. Да, давай перезайдем. Да. А то прям перед сугробом, прям. Все, заводимся. Заводимся, Да можно прямо, полоса прямо. Ветер справа будет. Прямо, блядь, твою мать, я тоже попал у брустера. Подождите, не появляйтесь пока, самолет сейчас. Так, Серджик, не, ты идешь на склады, на наши охранять склады. Тоже бери мессера там или фокус, что хочешь, и иди на склады охранять наши склады. Так, я тоже появился у брустера, что мне делать? Выйди. Выйди, зайди. Что-то какая-то диверсия, блядь. Самолетов много. Последний взлетит, как оторвется с земли, кто наверху скачет. Короче, я в воздухе. Так, Фоки, аккуратно взлетайте. И напоследок. Эфир чистим. Так, мы не говорим. Надо было разбиться. Половина туда, мессера на этом. Фоки отсюда летают. Лишнего не надо говорить. В общем, так, я над филдом взял давно. Ну, я думаю, что можно появляться. А в принципе полосы там море. Место Фока, которая на флетку выехала, дальше проезжает. Я буду уже разбег делать. Выруливание вправо, если хотите на полосу. Будет близко. Да, правда, взлет будет по ветру. Напуск. Ручку на себя, Макс. Да я на тебя. Зафиксируй колесо. Так, кто со мной? Туз? Да, я с тобой. Ты где? Я вот начал выруливать за фокус. Хорошо, я в небе уже 1000 набрал, уже где. Все взлетают по ветру, а ветер не слабый, 5 метров, по-моему. Да, флики горизонтально поверхности земли, мама не горюй. Ветер где-то 100 градусов, 5-6 метров. Серега, ты, да? Самый... Видимо, да. У меня справа 2 мессера, один выруливает, жду. Молния, я взлетел. Набираю высоту, я над филдом в вираже ставлю. Сейчас поморгаю тебе. Как поднимешься, 500 метров, на 1000. Можешь... Место, так, сейчас... мази, передо мной, перед тобой миссия. Смотри, сейчас пройду курсом взлета и встану над городом, этот город. Кто взлетел, ножки выключайте все. Я со ножками, ко мне все подходят. Олега, сколько это топливо брать на? 80. 80, 5 секунд задержка. Так, я 500-ку повесил. Отлично. О, блин! Так, появился. Я сломал самолет. Да ёп. Это ты вот там разбился вначале было сюда? Да. А может на аэродроме, может не посчитает. Пробуй заходить через сколько. Да нет, ты же сел, что? Ну типа сел там, починить сейчас. Типа чинят сейчас, ну. Все, новый бери, да и все. Я пошел. Тут смотри, я включу, оно поморгаю сейчас несколько раз. Смотри, вверх.
пока не вижу. У меня моргающее оно. Вот над городком буду, который курсом взлета, сразу городок. Сейчас на него выйду. Фоки 1 и 2, ота поставьте. Моргает у меня оно. Бальк взлетел. А высота чего у тебя? А, вижу, под тобой слева. Поднимайся ко мне, потихонечку, не спеша. Меня видишь? Нет, тут много народу, как я тебя пойму. Олег, а ножки дал, да? Я над филдом стою в правом вираже с ножками. Михалыч-то взлетел. Высота все, уже 1300. Вижу. О боже мой. Так, выруливать куда? Вправо, влево? Направо. Оп. Кто взлететь на фоке не может? Я. На себе ручки. Будут вертеться. Все, молния, за тобой. Вираж стоит ниже. Ты за мной, так, я вижу тебя. Ты станешь ремес за тобой встать. Давай я за тобой. Олег, давай. Еще раз моргни. Да, все. Ты это не ты. Да, все. Ты. Иди, вираже, я сейчас от тебя обгоню. Парни, давайте по-быстренькому взлетайте. Вы что так долго? Так, да, вы долго. Вытягу на рулежке сколько ставите? Хотя. Да, блин. По вкусу. Чуть-чуть там дал 50%, она покатилась, все, ручку на себя, нормально катится и взлетает. Да не, я нормально, я просто это... Это 40 поставил. Не забывайте убирать шасси. Я у тебя справа. Я вижу. Главное, чтобы петухи не прилетели сюда. Набираем высоту. Ну, они а кто вперед уже пошел? Я время засек вроде. Время вроде все собрались. Ой. Да какой все там? Еще никто не взлетел. Да еще две не взлетели. Я думаю, что у красных еще дольше. Ниже 1300 поставь и поменьше. Рейдер, ты можешь прогуляться на юг. Ну, прогуляйся там по свободную, там полетай, а потом вернуться к мосту. Минут 10 можешь полетать, поискать противника. Они так быстро все равно не придут к мосту. Окей. Да ёб твою мать. А, и... Может, прям танец какой-то в попах. Говори. И сильно если там не подставляйтесь, если противника видите много, сильно это, нет, блин. Просто уходите и все. Не надо там выпендриваться. Надо было напрямую летать и все. Конечно. Я его жду. И Олег, а вон вы. Отдув 1200. А фоки, которые за мной встали, 1 и 2, а та. Да-да-да. У меня же 2300 высота. Олега, а что ты высоту не гребешь? Ну что толку грести, если фоги внизу? Что толку? Не, ну и что толку? Высота-то пригодится, какая баня. Либо нас шестеро, восемь на высоте, и двое снизу, или, блядь, все внизу. С какой-нибудь плавочек бежит, нахуй, будет нас тут в прямом эфире нахуй сливать. Так, отрыв. Сколько тяга? Фоги, которые только взлетают, сразу курс берите. 110. Отрыв. Курс 110. Принял, понял. С мелким климбом. Набирайте высоту. Фоки все оторвались, да? Ну я взлетел. Курсом 100 идут со ножками. Все, курс 110. Есть фоки, которые стоят на пути. Есть или нет? Сука, она вообще летит. На филде никого нет. 1.3 фоки поставьте, кто взлетел только. Инверсия. В горизонте разгонитесь до 370. Ну, нормально, да. А что, поедем на инверсию, конечно, надо все равно будет лезть туда. Погнали, да? Ты имеешь в виду про нас инверсию или левую инверсию? Да. Ну это нормально, все равно надо на инверсию полезем по-любому. Так, что-то меня там фока какая-то обгоняет. Бомба. Я.
Да, ну что, все, выходим на боевой путь. Да, да, да. Гена, вы с тузом идете впереди нас. Давайте, выдвигайтесь. Высоту побольше хорошо, наберите. Хорошо, сейчас встанем 110 за мной. На инверсию только не вылазьте. 4800 почему? Максимум. А если выше будет, тогда что делать? Кто выше будет? Бегать будем. Ну, нас противник встретит выше, мы что будем делать? Смываться? Выше ты его увидишь. Хорошо, снижаемся. Олега, мы-то что на фоках, на какую высоту полезем максимум? 4? Да 4000 хватит. Видите, я его вижу, а что я буду делать вот после того, как я его увижу? Это вопрос. Оттягивать? Убивать. Югу от кусок. Он на 6 придет, а как его буду убивать? У тебя есть туз. Все. Так а что как маленькие, блядь? Не знаете, что делать с красными, когда они у вас на 6, что ли, блядь? Чего? Не, я просто молния, что я буду делать, что я зови Фалька, он скажет что-то. Нет, ну, блядь, он просто нормальный, что это реально. Что я буду делать? Ctrl-E, ёпта, чё я буду делать? Про тебя-то все ясно, что ты будешь делать. У меня просто фамилия. Сильно не подставляйтесь. Бегать. На скорости ходите, тяните время, блядь. Нам надо, главное, убить складно. А ну, туши, Олег. Все, все меня видят, я со мной лечу. Да, да, я выше вас. Нет, я не знаю, я за какой-то фокус бомбы лечу сзади ниже. Высота почти 2. Иду курсом 114. Но вы ниже нас. 110? 110 идем, над наземкой будем проходить, как понимаю. Какой наземкой? Ихние танки, их там вообще не будет. Они появляются через полтора часа. Понятно. Тушить оно надо. А, вон, все, вижу вас со ножками втроем, да, вы выше. Все, поворачиваем, да? Все, вы идете за нами, все. О. Все, я на курс встал. Тягу уберу. Поставлю на... Пора, блядь. Сколько тягу они будут? Тобой народ, я поставил 1.5. Высоко там. Не в смысле, не 1.5, это 11.5. Йода, это ты там в космосе над нашим складом? Да, да, я здесь. Я на 3000 где-то. Я еще вижу, ко мне кто-то на инверсии подходит, это Сержик, по-моему, а вот тебя не вижу. Олег, а ну, души. Туз, у нас нет инверсии, нормально все? Да, нормально. Да, Йода, где там кто-то идет? Да, это Сержик. Так, все свои цели помнят? Да? Что? Ага. Какие цели? Так, парни, все, давайте это, посерьезнее, потому что вот как раз время, когда первые разведчики могут уже как бы перебачить, какие-то могут уже... А, да. Давайте пока все по худшую делаем. Что за безобразие? Кто мне петуха на фоке нарисовал? Отпустись. Я сейчас регулировал. Какая сволочь, блядь. Сейчас нормально будет все. Этот регулировал. Окей, сервизатор. Я понял. А он же забрасывает сразу. Так, все там отстающие догнали нас. Высота 3700, да. Потихонечку догоняю. Нас. Раз, два, три, четыре, пять. Это в горизонте идет. Шесть. Сзади позади шестая.
меня тяга где-то 85. Нет, Олег, инверсия какая-то. Оно дал. Оно дал, вот я иду, у меня слева это мой еще. Ага. Гена с Тузом, давайте, выдвигайтесь вперед. Ну, мы идем, мы уже над Карповкой. Так, а кто прямо над Фоками сейчас был? Вот над передней группой, на 5000. Кур 90. Фок, да, на час, они у нас на час. Вот, Олег, а вы что, 4 не набрали, что ли? Набрали, почему? Почему набрали? А, да? А то что-то просто как-то так. Казалось, что. Ну все, я сейчас тогда четверку и ровно завалю. Я просто 3900 смотрю, такое впечатление, вы ниже как будто бы. Маленько. Туз, молния, эшелон делайте по километр где-то справа-слева кто-нибудь вставайте. Идите. Все, я в разгон. Ходи вправо. Встал. Мужчины друг за другом смотрим. Да. Друг за другом, смотрите, 6. Я встал справа. Я понял, понял. Так, а справа выше вижу входной инверсии. Это мессер, да, у нас тут? Над Фоками. Справа от группы. Наших на инверсии нет. Да смотри. Он сзади нас, сзади нас. Сзади справа выше от меня, вот дал оно, справа инверсия, выше. Да. Кто на инверсии у нас? Одиночный. Это разведчик. Я заходит, внимание, заходит, внимание, заходит он. Да я вижу, блядь, на меня, маху. Берёг, рядом за мной. Гена, у нас... кто на инверсии? Наши, нет? Чё мы не на инверсии, нет. Ну, всё. Инверсии, Олег, сзади ушёл. Да это Фока, это наш летит, ёпт. Это я. Ну а нахера ты? Ну, это, случайно выскочил. Кто горит, прыгает, блядь? Я горю. Почему? Штуку нашли. Не знаю. Вперед! Йоу. А нож кидаю, видишь? Это да, я, да? У меня, да? У меня сверху был. Не знаю. Кто оно включил? Ну ты дай, дай нож. Всё, это ты, вот, ты ко мне вправишь, давай. У меня в квадрате 272. Ну, не знаю, кто с ним был. 272? Да. Одиночный контакт был, ушел на них. В смысле? Ты, такого быть не может. Ты что, прикалываешься, что ли? 272 это вообще наша территория, блядь. Хрен знает. А, 272? Это возле Песковат. А, да, может быть, да. Так и там зенитки по тебе стреляли, походу. Нет. А сейчас посмотрим. А тебя никто не сбил. А, вот, Мэнс, точно. Ну, видишь, как они быстро, блин. Оперативненько. Да. Херово. Ну чё? Без потерь не бывает на войне. Подходим к цели, по-моему. Рановато еще. В смысле подходим к цели? Нам еще... Подожди, тогда у тебя больше не взлетает тогда. Чё? Вам два, а нам один. Это херовая тема, блин. Олег, подожди, мы идем на Фоками, договор же был, что мы с севера придем. Да, сейчас я чуть-чуть отошли от моста, чтобы нас не было видно, они мост могут укрыть и нас увидеть. Олег, слева от тебя на 80. Вижу. Право перестроились. Ни хрена себе. Вы красных-то посмотрите, сколько вам. 19 человек. А нас сколько? Нас 14. Спыльня, мы в пельняшках запался. На целью. На целью никого не наблюдаю пока. Никого нет. Ну все, ждите. Бомбы тут. Можешь разгоняться, скидывайте. Нахуя, не-не-не-не-не-не-не-не. Рано еще. Так, молния по нам бьют зенитки. Давай. Сейчас пройдем, в север не пройдем, и там встанем. Кстати, да, вы лучше зенитки перед нашим заходом поднимите. Так как мы сейчас пройдем. Дальше. Ну давай. На север, за Сталинград встанем, и там будем ждать. Олег, опасно там, куда лететь?
уже подошли. Да. Олег, да, мы с запада же заходим. Да какой с запада? С севера заходим. Ну так о чем мы так до сих пор идем? Нормально мы идем, что, карту увеличили? Мы еще не зашли, ты еще рано. Рано еще пока. Все. У нас сейчас цель где-то на час ниже примерно. Да. Понятно, но все равно заранее. То, что она будет ниже, это никто не сомневался. Михалыч, а ты над складом? Окей, да, я над складом. А дай оно. Блин, тут это облако гребаное. Да, чуть-чуть спускаемся. Все, пошли спускаться. Ты газ много же поставил? Да нет, прям... один ата. Давайте влево, по спирали уходим, влево, по спирали заходим на склады. Нам тоже, да, заходить с молнией? Да, все, тягу можно убирать. Да. Не, вы по 10 секунд давайте как-то считать. Конечно. Вот я пошел первый. Сверху спускаемся, ты еще берем. Спустись ниже, инверсию пусти. Да, сейчас. Все, пошли мы, да? Я свой склад вижу. Все, следующий может идти. ЛД пошел. Пошел, Адлер пошел. Давайте, кто следующий? Иду. Так, дал одно, аху. Я следующий дал одно. Давай. Так, мой склад готов, на. Спускаемся. Валики пошел. Мой готов. Да. Так, мой готов. А чё поставлю-то, я не понял. Нарвал. Может, разрывом кого-нибудь заделает. Пусть знает. На юг, чё на юг нравится? Пошли все 180. Тяга 1.3. Высота твоя, Олег. 1000. Чисто 180, все уходим. Мои готовы. Вы отбомбились? Да, мы отбомбились. Да, все. Я свой склад убил, нахуй. Ну ты че? Наша очередь. Гена, все, с тузом пошли пикировать. Давай, пикируем потихонечку. Аус гицает. Олега, на какую высоту уходим на юг? На 3000. Все понял. Иду на юг, набирая трешку. Пролетел песчанку. Высота 2. Еще мини делаешь? Все фоки отбомбились? Да. Нет, еще яма закажу. Кто последний, посмотрите, что осталось. Да. Налево уходим от на юг или направо? На юг. Все 180 идем. Олег. Все, оно дал, вот впереди меня какая-то фока. Одинокий дым не на длинный фронт, это кто? Так, оно вижу, дал. Иду к оно. Кто там? Все, что вы смотрите. Описано уничтожено. Все, красавцы. Опа! Ура! Понял. Миха, что такое? На входе уже далеко, я уже километра на 3 отошел. Ну, полез вверх свечку. Мне зенитка попала. Ладно, все, оно я дал, я вот слева от вас от всех, видите оно? Да. Так, каким курсом мы отходим? Лыжники, диверсанты, блядь. Все, отходим. Сейчас идем. Пошли обратно на восток, и с востока, ой, на запад. Из запада прям на север уходим. С мелким климбом пошли. 1.3 ата. А это можно тушить. Я бы их назвал, блядь, головыми крысами, блядь, а не узниками, это диверсанты. Подожди, блядь. Олег, 1.3 это что, вообще на максимуме, что ли? Да по нет, 2600 сейчас поднимитесь, у вас ата поднимется. Это 84%. Все, у меня просто высота ниже была. Так, друг за дружкой не идем, разошлись друг от друга на 1000 где-то, на 700 метров. Смотрим друг друга, 6, сверху смотрим контакты. Сколько так, у меня перерыв 10 минут. Давай, и потом по идешь... По карте куда идем-то? Так. Идем сейчас что-то, контакт. Курс на колонну идем. Впереди контакт, 12. Понял. 12 контактов. Положки даем. Ниже. Это я. Даю оно. Моргаю. Видит кто-то или нет? Перед входом. Блять, сука, хотел запись сделать по попаданию. Посмотри, сделал. Еще раз, молниеносно, еще раз оно было. Смотри. Все, вижу. И еще раз коротко. Еще сколько раз? Посчитайте. Еще много раз. Все поднялись выше 2600. Да. 1.2 ата. Ну я понял. 1.2 ата. 1.2 ата.
Все, прямым курсом пошли на колонну. Курс сообщай. 330. Прямым курсом. Внимание, сейчас будем проходить мост, там походу прикрышка у моста есть. Так, а мы сейчас что делать-то будем? Уже бомбы все побросали. Сейчас заходим. Пугать вниз вам. Спускаемся. Мессера, мессера, да, идут первые. Кстати, Ген, вы там слишком низко нас, ниже нас. Да я у тебя слева на твоей высоте. Давай, 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 выдвигайтесь вперед. А, ты один, блядь. А всё. Куда я? Да, 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 меня здесь сбило. Понял. Еще короче, сейчас ищем колонну. И все с одного захода вдоль колонны заходим в фоки и херачим машинки, все, что кто видит, блядь. Со всех дудок херачьте, блядь. Прошли, ушли на скорости друг за дружкой, блядь. Колонну вынесли и сразу все домой, блядь. Всей толпой. А на филдом должны красные. Ну правильно, они там все и умрут, нахуй. Я еще сам последний иду, ёлка. Фаль, ужас. Как ты кушаешь? А, блядь, еще говорят. А кто над мостом сейчас? Под нашим кусом. А нет, кто-то подо мной идет последний. Так красный за тобой ползет походу, блядь. Проверь его, но. Не-не-не, это фок, это шикардос. На мост Сержик уходил, на наш. Угу, понял. Он с подвесом, что ли, был? Наверное. Вы так низко летите-то, ёпки. 4000, какой низко. Мы потеряли что-то. Нормально, нормально, куда? Куза? И ещё кого-то, да? И Кутлоса. Михалыча, по-моему. Кутлоса и Вульфа, блядь. Ага. Кутлос, Вульф. Нет, расчёт, блядь, старый. Ай, Карлос тоже, блин. Дружок! Это пиздец. Так, ты чё, блядь? И оно управляет нашими самолетами, блядь. Так, у меня 10 минут прошло, я чё тогда сижу, жду пока. Танки. Да, вот тебе надо ждать танки. Ну, больше нечего делать. Ты ждёшь танки. Может мне с дальнего взлетать? Ну, давай с дальнего взлетим, в принципе. Потому что могут красных подослать на ближний фьюз. Ну да. Полечу с дальнего и с севера к вам подойдут. Могут на дальних подослать, так что будь внимательным. Сейчас подходим на... к цели, один квадрат остался, смотрим прикрышку. Прикрышки нет, спускаемся. Великие высотки начали работать. Да, да, это да, мост. Да. Мост пролетаем рядом, слева мост у нас там. Вот, за а, да, по крайнему стреляют. Вижу. Так, внимательно сейчас смотрим. Над колонной по-любому должно быть много красных. Это. Да. Ну что, мы с братом уничтожили, Олега? Да, да. Да, да, да. Молодцы все. Всем подписку, всем подписку. Я тоже лезу. Какие-то 5 строений какие-то на углу. Блять, а чего ты не написал, они еще? Ты мазал мы свою проебал. А потому что ты лоша, блядь! Я бы уже снова не ебал! Отстучка, блядь! Так, Олег, мне... Так, все, колонна под левым крылом у меня. Где-то вот здесь вот. Красных не вижу. Начинаю спуск. Олег, мне сейчас после... Давай, я за тобой. Олег, ты газ в ноль или сколько? Газ в ноль! Все, пошел за тобой. Вот это надо будет. Колонну надо найти сначала нам. Ебать, а вот нахуй это. Не развалимся, блядь. Да блядь, закрылки, блядь. Ну, не надо ничего, никакие закрылки. Газ в ноль и пошли. Я вот вышел нормально. Вот колонну нашел, внимание, колонну нашел. А ножки дай, а ножки. Дал оно. Да, да, да. Заходим вдоль колонны, 1 и 2 АТА. Вырубила ножки. Да, вижу, вижу машинки. Захожу. Ю-ху-ху.
Да-да-да-да-да-да-да. Так, иду. Ни одной не убил, походу, ни одну, блядь. Все, заход. Парни, смотрите, их, короче, самофалов 15 рывок сдало. Скорее всего, сейчас там начнут падать. Да. Левый разворот и атака дальше. Все фоки заходят. Так, Олег, яки. Олег, яки. Олег, яки. Олег, яки. Олег, яки у тебя, яки, блядь. Принял. Меня тоже пробит бак. Только не крутитесь ради бога, бля, по прямой хуярите. Я на яко захожу, по прямой фок иди, по прямой. А ножки дал? Да. Сейчас снимаю. Сейчас. Тихо, не крутись особо. Захожу. Бля, ну не крутись. Да не кручу, я сверх-вниз делаю, ёпты. Не крутись, да, змейку делай. Кто свободный, атакуйте колонну. Я бросил. Там наверху еще один якорь был, лахом. Якорь еще один наверху. Я тоже не могу довернуть, ухожу от него. Так, тут, короче, бой. Месяц, занимай месяц. Это топливо течет. Все, я принял. У меня. У тебя 6. Макс. Дал ножки. Блять, повредили, здорово. А ножки дал 6. Уходи вниз. Макс, ровно, разгоняйся. Все, бросил тебя. Идет за тобой, Макс. Захожу. Хорошо, ножки. Я без Верона схожу домой. Так. Иду к вам, за мной. Бросил, Макс! У кого 6 ножечки, включайте. Тут есть 7. За мной где-то должен идти. Да вот, я вижу. Помогу, ладно, без руки за Верона, но пусть ничего делает. Готов! Готов. Так, я отхожу, все дымящие фоки отходят. Еще много видите противников, нет? Все, пробил. Да, дохуя вон. Да. Макс, ты как, живой, нет? Влево, крутись, ножка. Назовите квадрат. Дымит, квадрат 275. Мой якорь тоже дымит. Колонну. Не иди вверх. Нормально, все по прямой. Пойдем попозже. У меня топливо кончается. Да. Топливо, да, вытекает. Блять, не попал нахуй, мне это. Филерон. Так, ладно, все, хрен с ним, блять, с этим. Я иду на колонну нахуй. Макс, давай за мной. Давай. Колонну надо убить, там осталась ее херня. Фоки друг друга не было. Есть, все. Отлично. Так, да, колонну, где колонны, ёба, вон, вижу колонну. А ну гасите, кого не атакует, колонны. А ну гасите, внимание. Она стреляет. Так, по мне стреляет, у меня 6. Оно давай. Дал оно. Колонна стреляет. То сейчас на колонну заходит, будет 6, якорь падает. Да, якорь подходит, я встану, но не успею. Квадрат еще раз. Колонна, посмотри 6. На карту колонны. 6, верхний иди, маневрируй. Верхний иди, маневрируй. Вниз, не надо вверх. Я перекладываю, мне перекладываю. А ножки кто там дал, блядь? Все, по-моему, рубанули, да. Рубанули. Так, подхожу к бою. Сейчас помогу. Кто там сама кто-то падает, блядь. Тут что, все красные, что ли? Да. Я на 6. Так, дал оно, у меня 6. Оно дал. По мне кто-то заходит, блядь. Стрелял по мне такой. При строении. О, я на своей территории. Давай, руби его. Надо отходить отсюда. Блядь, пацаны, у меня 6, помощь нужна. А ножки дай! Да там оно, моргай. С тобой. Вниз на разгон сразу, если в 6. Ой-ой-ой. Не стоит тут мотаться. Макс, бей его, Макс. Готов. Макс, у меня тоже 6. Помощь нужна, блядь, нахуй. А ну давай. Да включено, блядь, оно уже 5 минут лечу, блядь, само, нахуй. Вон сейчас, где взрыв справа. Вижу, захожу, держи. Так, есть тут. Нормально, иду. Влево иду. Включай я оно. Минус. Молодец, красава. Оно выруби, кто атаковал. У меня 6. Так, разворачиваю, сейчас помогаю. Вижу. Бросил тебя. Бросил. Это сколько техники в колонии осталось? Да там мало осталось, вообще пиздец, надо ее убить нахуй. Сколько? Иду на колонну. 4-5 машинок. Да там меньше даже, блядь. Блядь, не понял. Согласен. Так, я свободен, короче, пошел на колонну.
якорь. Да, давай, давай, там, там внизу якорь. Давай якорь этот. Снимаю. Кто за якорь идет право берет? Да я понял, понял, понял. Так, вижу, тоже помогаю она. Отлично! Готов, 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 чисто! Колонна где? Кто видит колонну? Не вижу колонну пока. Все, давайте колонну дуплить. Вроде быстрее колонну атакуем, парни, ищите колонну. Блядь, где эта ебаная колонна? Еще, еще шесть, вижу, 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 вижу. Ушел он вверх. Блядь, я его вижу, он на вертикали ушел вверх, сейчас будет падать сверху. Возможно на меня? Еще, еще, еще кто-то заходит на меня. Да не, 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 это я тут рядом. Ого-го-го! Жесть, проверьте, блядь! Над мостом куча лов прилетает. Блядь. Чё-чё? Над мостом, говорит, куча лов где-то или пролетает. Или пешки, короче. Пешки, походу. Пешки у них лов нет. Очень, да, пешки, пешки. Причём, штук. Блять, да где колонна-то, ёпарасот, блять? Я не вижу колонну, блять. Куда колонна нахуй делать? А колонна теперь не подходит. Где, где оно? Дай, куда стреляешь? Сейчас прошу. Шесть, кто вверх полез. Да, вижу, вижу, вижу. О, бля, сломал себе я дерево. А, все, ты ее убил, все. Да, я ее убил. Колонна убита? Я сломал. Да. Добейте, добейте, там пидорасы. Тут 7 пешек идет один склад, короче. Не-не, машинка. Где они? Машинка остановилась. Над мостом, блин, машина даже дымная, добивать. Все, 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 сейчас. Над нашим, на нашим мостом над плачом прилетают. А, они не могут на колонну уже. Они сейчас уже занесутся. Захожу на дымящую машинку, внимание. Блин, я так откушу все. На складах мы все. Так, все, да, тоже вижу эту машину. Ну вот они прям вкусно с воды берут. Бля, что-то я ее не убил, на. Не попал. Атакуйте, атакуйте. До севера заходят. А. Курсом 225. Да, с севера, так, севера. Так, а тут одна единственная машинка-то, блядь, севера, осталась. Все, убейте машинку эту одну. Захожу. Так, ладно, сейчас тоже разворот сделаю, блядь. Не разбейся это только, нет. Блядь. Все, она умерла, она умерла. Бросайте, 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 кто за якобы идет, бросайте его. Так вернется сейчас с высотой, если все отходим, то отходим. Че, валим отсюда? Все, 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 уходим все домой. Все уходим домой. Курс от цели какой? 260. Нет, 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 не 260, пошли 240. 270. Где, где, подо мной? А, это не понял. 250, 250, все. Это не я. Олег, готово. Есть, красавцы! Есть! Красавцы! Ребят, а они далеко от моста, нет? Так, у меня еще патроны есть. У кого, да, кто погоди, целый, у кого патроны, давайте вот корректируй, покорректируй. 278 квадрат. Понял, сейчас посмотрю. Вектор, 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 дайте, вектор, дайте. Находимся на двертяче. 273,9. Ой. Макс, у тебя ты, ты дымный, давай домой. Да, да, да. Один атайф, поставь. Сейчас бомбиться уже будут, ё-моё. Да похуй на обратном пути можно. 378 квадрат, 4 сектор. Ну чё, ты его атаковать не да, можешь? Да, 4 сектор. Блять, ёбаный, вы вектор нахуй дайте. У них всего 9 самолетов в воздухе, парни. Ну, 7 пешек, один як прикрытие. Я насчитал, пока не говорю. Где ещё хуй? А высота у пешек? А, вот 2 як прикрытия, всё правильно. Так, опа, высота 4 километра у пешек, 4 километра. А у яка? Як тоже, блядь, як у меня заходит, все будет собирать. Я, короче, съёбываюсь его. Бальки, что делать? Так, народ, от песка подскажите, куда лететь, нахуй надо, блядь. Лег. Домой. На юг, Денис, красавка. Ты чё, всё, штраф я отсидел? Ну, а, ты прыгнул? Я, ну я всё. Я прыгнул, всё на своей территории. 10 минут где-то прошло? Где-то 200 курс. Тёма, Фейзер. Тёма, курс 200 где-то. Ну сейчас есть, это Денис все равно это. Еще давай 2 минуты понял. Подожди и взлетай это на месере. Олег. На месере взлетай. Блядь, дай, Макс. Все заткнитесь, пожалуйста. Не дайте, блядь, скорректироваться, блядь, чтобы все, блядь, отошли отсюда. Нахуй. Че, убийствите все. Пескотопку проходим, блядь, уходим, блядь, на эту. На Скворин идем, я сразу перейму курсом на Скворин иду. С мелким климбом, у меня топлива мало, блядь. 50 а литров. Михалыч, нет, пешки, блядь, подходят, блядь, пешки блядь, подходят с северо-востока. На Скворин? Да.
на споре доходим, блядь, боки. Ну и бессираем. Просто, блядь, ты, ну, другого кюба просто не дотянет. А тем, кто... Ну, я задичился, вот, у меня, наверное, сейчас штраф. Штраф закончится. Сразу сразу нажимая кнопку вылета, 6, с этого момента пойдет отсчет у тебя, слышишь? Новую попытку нажимай. Тихо, а там блядь, уже выберешь, что надо. Атакует пешек 6 проверить, говорят. Не, нет никакого отчета. А у меня тоже появился, да появился. Что, на завод идти, да? Прикрывать? Да. Один я на инверсии там будет. Это Шами. Я сейчас, я на 6000 сейчас подойду. А у кого-то мессера какого-то такую? Сейчас мессеров брать. Фок больше нету. Кто разбил фоку, у вас нету больше фок. Кто заказывал? А я на фоке появился. Не, ну на мессере, я же тебе сказал. Все, кто моя группа, все берут F4, если фоку разбил. Полный баг берем. Так, это мессера, которые атакуют этих пешек, а нож коротко дайте. Блять, что ты, сука, так медленно? Так, у меня, кстати, фото тут целое, чё мне делать? Я, наверное, это, топлива там много брали или... Заправиться, блять. Ладно, на споре тогда ничего. Топливо полные баки бери. Да я понял, я на фил тогда возвращаюсь, сейчас полностью заправляю, да, это слетаю. Миха, через сколько танки пойдут? Миха. Катас. Понятия не имею. Через полтора часа сколько времени у вас? Так, а все 45 минут прошло, понятно. Короче, еще долго ждать. Слушай, Олега, может на фоках у кого осталось? Возьмем еще, блядь, по бомбе, да покидаем нахуй по этим танкам, блядь. Так, подожди, нет, некуда кидать. Танки будут только через 45 минут. Мы пойдем бомбить их. Конечно, у кого фоки. Остальные все будут крыть на мессерах и там. Алекс здесь? Все. Тогда я возвращаюсь. Что там у тебя? Все нормально? Нормально. Все, красава. Ты на трешке идешь, ой, 4. Я на трешке иду на филд, на скворин. Ну я вот на 250 курсом какой-то фокаю. F4. Я вот на ножки дал. Один наш месяц забыл брать шасси, который сейчас с пешками воевал. Бери. Это походу был Серджик. Склады атакованы, да. Паш, где ты говоришь? Якорь, прикрытие. Блять, это складов нахуй далеко, блядь. Да ладно, я думал, что они уже не убьют нихуя. Не вешайся. Склады, они атаковали, но они не смогут сразу все уничтожить, по-любому. Конечно, их там вон и зенитки сейчас подбивают, ну. Так сейчас мессеры берем, летим, что, склад кроем, колонны или мосты? Мы сейчас идем крыть склады, мосты, блядь, и колонны, все, вместе. Пока нечего никому делать. Все, кого сбили на фоке, берут мессера 100 топлива. Тебя сбили? Нет, меня не сбили еще. Высота завеса. Мне полтора квадрата. О, радар, красава. Пусть знает, там парни высота от 3,5 до 4,5 по-разному. Понял, иду к вам. Вижу пару пешек на отходе, атакую. Так, где 6? Где 6? 6. Кратенько дал оно, точнее не кратенько. Короче, дал. По-моему, 6 у меня. Так, у них повзлетали сейчас, яки повзлетали по второму кругу, на, так что это, готовимся. В общем, я взлетел, Фальки, взлетел, на, иду на завод. Давай, повыше забирайся. Да. ЛТВ, наблюдай, фьюн, надеюсь. Блять, вот это гребаное облако, блять. Как было драное тени, сука. Так, одну пешку зажег, которая на отходе была. Красава. Атакую вторую.
Сильно там, она шести не висил пешек. На проходах ходи. Прикрышки нету уже, да, у них? Сейчас гвардия там вот так, наверное. Так, ребята, кто будет заходить на посадку? Даем оно, правильно или нет? Дай, да, я да оно дал нахуй на глиссаде. Все даем оно, кто заходит, потому что, блядь, чтобы не дай бог не стал. Захожу на скворинг гребаный, блядь. Постарайтесь, блядь, не знаю, там, блядь, освобождать по бэрингам. Потом нажимайте. Проверяйте только, блядь, шасси, выпустили вы там, все выпустили, блядь. Да, потому что, блядь, я говорю, у меня двигло, блядь, уже, блядь, сейчас. Не торопитесь, нормально, блядь, сажайте. Блядь, блядь. Я уже там на каплях. Да топлика нет у нас. Стрелка на нулях, блядь, сейчас. Эй, слушай, хорошо, что? Я что-то понять не могу, вы с баками пробитыми? Я вот да. Вроде пробиты, ну... Да, 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 блин, у меня да, баки пробиты. Бак, блядь, бегло, блядь, нахуй. Тишина, туз, туз. Йода, у тебя бензина как, много? Туза, где ты, мура происходит? Вторую зажег. Туза, ты вообще пипец монстр, блядь. Гроза, пешек. Вообще жесть. Они что, отходят каким курсом-то? Не зря хлеб ест. Они уже не отходят. Так, я сел, ухожу вправо. С полосы. Так, дал, захожу. На глиссаде, на глиссаде, аккуратно. Мэйдэй, 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 блядь. Emergency landing, блядь. Сцепались им нахуй. Блядь, рядом, у меня кто-то выше справа садится. Так, внимание. Так, ЛТ, давай право держись, я лево буду держаться. Я право, окей, окей, я дымлю, я не могу больше, не на второй. Да я понял, ничего. Я и говорю, держись право, ебать. Окей. Парни, передо что там мной. Над складами, бой идет еще, нет? Да, по-моему, уже все кончилось, на самом деле. Не-не, тут пешки пролетели, несколько. Ну, пешки все, пешек нету. Две пешки сбило, по-моему, зенитки. Двоих я забрал. Я отхожу от складов, у меня уже бензина тут на грамм. Ну, понял. Да, так кажется, вот тоже надо отойти. Так, вижу кого-то дымящегося. Давай, нормально, парни. нормально. Есть кто-то из наших подбитых? Нет? Смотря где. Ура, возле складов. Да, там дымящийся самолет. Да, у меня топотит, чёрт. Всё, выходим. Всё, ты чистый, давай, топай. Да сейчас, всё, завершаем вылет. Сейчас, погодите, не садись, пока никто. Что-то я тут раком на полосе стою. Так, иду к нашему филду. Так, всё, сел. Завода. Олег, что, фоки берем или нет? Или мессера? Мессера берем. Мессера? Да. Мы с тобой. Мы берем мессера с тобой.